Земля на самом деле очень маленькая планета. При желании, возможностях и совпадении рейсов от Северного до Южного полюса можно долететь за сутки с небольшим. Этого еще никто не делал, но это сейчас вполне возможно. Если очень сильно захотеть, можно осуществить любые, самые фантастические идеи. Это самые красивые, оптимистические весенние кадры из Антарктиды. Мы с оператором Романом Карменом снимали их в начале 90-х годов прошлого уже века в окрестностях бывшей советской антарктической столицы, нынче законсервированной станции «Молодежная». Большую часть года этот огромный, как бывший Советский Союз, самый суровый и загадочный на Земле шестой континент, выглядит совсем по-другому, настраивая немногочисленных здесь людей на долгое холодное затворничество, борьбу за выживание, как на иной планете, и на необычные поступки. Об одном из них мы постараемся рассказать в этом фильме, но для этого сначала перенесемся из Антарктиды на другую сторону Земли. Новоникольское Оренбургской области. Отсюда до станции Беллинсгаузен в Антарктиде 17 тысяч километров. Это почти половина земного экватора. Это настолько далеко, что храм Святой Троицы, построенный на Беллинсгаузене, по отношению к этому новоникольскому храму стоит вниз головой. И, пожалуй, эти две точки на глобусе стали главными в судьбе героя нашего фильма. Петр Задиров входил в элитный отряд испытателей парашютов, созданный еще в 70-е годы. Жизнь не раз проверяла его на прочность. Он пережил гибель друзей, тяжелые зимовки в Заполярье, не раз оказывался на волосок от смерти. Он несколько раз начинал с нуля, но не сломался и уже далеко не в студенческом возрасте под 40 закончил Кейптаунский университет, потом в Москве защитил диссертацию. Свою работу связал с тем, что знал уже очень хорошо. Доставка с помощью парашютных систем всего необходимого людям, работающим в самых экстремальных точках планеты – в Арктике и Антарктике. Теперь чувствуешь, что хранитель не идет. Делаю третью, четвертую, пятую попытку. Не сбрасывается. Нужно вводить запасный. Именно так погиб его лучший друг Володя Селенков. А через месяц Петру Задирову приснился удивительный сон, без которого, наверное, не было бы всего, что случилось дальше, да и этого фильма тоже. Сон, что я так же, вот как он, и у меня такой же отказ. Я ничего не могу сделать, я падаю, и я четко знаю, что я разобьюсь. Скорость нарастает, да, все быстро приближается, дома, деревья, дорога сама, и на дороге точка. Точка растет. Вдруг я вижу, что это не просто точка, это человек. Как всегда, когда ты уже вот, подошел, видно. И вижу, что это мать. Она задирает голову, у нее, на ней повязан вот наш оренбургский платок, шаль пуховая, через плеч на узел, как обычно делают бабушки. Она его развязывает, берет за два конца, справляет и выкидывает, и я оказываюсь в этом платке. Февраля 1981 года эти несколько секунд стали решающими в жизни Петра Задирова. В такую погоду не прыгают, но парашют нужно было срочно сдавать госкомиссии. Земля приближается быстро. Вращает над лесом. Мне отказали замки. Там просто замерзла вода в
в пазе этого замка. И надо было только, чтобы он растаял от ладони. Я постоянно, так сказать, тер предохранитель. То есть я фактически как бы пытался этот предохранитель сбросить. Сбросить. Но так как это трение ладони, то тоненький паз. Вода растаяла. Значит, утопилась гашетка. Тут же сработал предохранитель, но высоты уже не было. 800 метров Петр Задиров падал с нераскрывшимся куполом. Шансов спастись не было никаких. Но случилось чудо, и он остался жив и почти невредим. Диагноз – ушиб правого бедра. И получилось, как на фронте. Вот делаем одну и ту же работу, мимо меня проносит, а рядом ребята как бы падают. И начинаешь, как человек мыслящий, философствовать, а почему, а как, и что. И я для себя уяснил четко, что это вот как раз мать, ее молитвы. Я понял, что, в принципе, вот ее вот эта праведная жизнь, которая сложилась вот здесь, в этом селе, вместе с бабушками, которые за веру сидели на Соловках, и они ее повели по этой дорогой. В результате она этой дорогой повела в какой-то мере меня за собой, даже неосознанно, как вот бычка на привязи. И вот эти бабушки, они были каким-то таким стержнем. И вот скорее в память о них, в благодарность им, благодарность матери, вот, ну и включая и за тот случай. Вот и пришла идея построить храм. Священники говорят, почти всегда тем, кто берется строить и восстанавливать храмы, поначалу активно мешают темные силы, как бы испытывая человека. Сможешь продержаться или сорвешься, отступишь. Зато когда получается, облегчение наступает и в жизни, и в делах. Вот как раз свою жизнь перестроить бывает сложнее, чем стены. И в Новоникольском было именно так. Препятствия возникали на каждом шагу. Но в итоге храм для земляков все-таки получился. Светлый и красивый. Когда подъезжаешь к селу Новоникольскую по Оренбургской земле, да, ярко выжженного, жаркого цвета, и поэтому храм, нам казалось, что должен быть очень гармонично с природой, сочетаться именно с землей местной. И не только по цвету, но и по формам. А когда в нашей деревне вот можно вот пройти, и тварь Божья, коровы, курочки, они своей формы, своей лаской. А храм олицетворяет все, что создано Господом. И все это должно быть гармонично, вместе и на долгие годы. Сам Петр Иванович называет его «мамин храм». Мама в одиночку воспитала сына в тяжелые послевоенные годы. Ее воспитание заложило в нем тот запас прочности, который помог ему не сломаться в самые тяжелые моменты жизни. Из всего села только он один сумел выбиться в люди. Все его одноклассники продолжили свою жизнь традиционным для нашей глубинки образом. Иных уж нет, а те далече. Тогда, в 1999 году, вряд ли кто-то мог предположить, что храм в далекой Оренбургской области станет благословением для начала другой необычной стройки уже на шестом континенте планеты. А произошло это так. Друг Петра Задирова, опытный полярник Валерий Лукин, глава многих арктических и антарктических экспедиций, прилетел на освящение нового храма. И вот вечером сидели вдвоем на лавочке перед родным домом Петра Ивановича, вспоминали Антарктиду, живых и погибших друзей, смотрели на новый храм, на купола в ночном небе. И тут пришла идея, фантастическая, и в наше сложное время, на первый взгляд, ну совсем неосуществимая. Построить православный храм в Антарктиде. Есть такая благая мысль создать храмы-часовни
на местах, где трудились и где нашли место своего вечного упокоения наши сограждане. В этом, я думаю, великая и благая цель. И то, что находятся люди, которые помогут осуществлению этого плана, это большая им благодарность. Ну, а идея замечательная. Бог поможет. Спасибо. Спасибо. Антарктида – побережье Южного океана. Увидев когда-то очень издалека именно эти скалы, в январе 1820 года Фаддей Беллинсгаузен сделал очень короткую запись в вахтенном журнале. Явственно наблюдаются признаки суши. Так совсем скромно было зафиксировано одно из величайших географических открытий нашего времени – открытие шестого континента. С тех пор началось и продолжается до сих пор великое паломничество искателей открытий, искателей приключений, искателей уединения на этот самый удивительный и самый загадочный континент нашей планеты. Станция Беллинсгаузен, как и 12 станций других стран, находится в дополярных широтах на острове Кинг-Джордж или Ватерлоо, так он был назван нашими первооткрывателями в честь последней победы над Наполеоном. Это ворота Антарктиды, самая северная, значит, самая теплая часть Антарктики. Сюда приезжают со всего мира богатые туристы, желающие увидеть настоящих пингвинов, тюленей и полярников. За три сезонных месяца сюда приходит больше 80 туристических судов. Средняя годовая температура воздуха здесь минус 4 по Цельсию. В зимние месяцы морозы доходят до минус 27. С сильным океанским ветром, то есть по антарктическим меркам, это курорт. Но идиллия мимолетна. Приходит осень, а потом и зима с ураганными ветрами. На полюсах, на южном и на полюсе недоступности температура подбирается к минус 90 по Цельсию. Металл рвется, как бумага. Нечем дышать, и радиация жжет через озоновые дыры. И невозможно даже представить, ни с чем сравнить, как ужасно далеко родной дом. Но все равно уже 50 лет подряд отправляются наши люди на эту почти не приспособленную для жизни планету. Каждый год из Питера выходит последний оставшийся наш антарктический ледокол «Академик Федоров». Несколько месяцев везет он новую экспедицию к берегам далекого континента. Вот он, гордость нашего флота. Огромный и внутри семиэтажный, на последней промежуточной стоянке, покидает Южную Африку, выходит из Кейптаунского порта. Антарктида – это действительно место для настоящих мужчин. Проверка, сдюжишь ты или нет. Никакими деньгами туда заманить нельзя, особенно того, кто там хотя бы раз побывал и решил не возвращаться. Только энтузиазм. И это удивительно, никуда не деться от загадочной русской души, если для иностранцев работа здесь – это научные командировки, приключения, бизнес, туризм, то наши на шестом континенте борются с извечной тоской и закаляют душу. Счастье дано, повстречатель беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. В 2001 году Владимир Лукин, Петр Задиров и Александр Кравцов создали фонд «Храм в Антарктиде». Откликнулось несколько российских, несколько зарубежных компаний, художники из Палиха, которые решились сделать весь иконостас.
и даже потомки декабриста Муравьева-Апостола из Женевы. А началось строительство храма на Алтае. Бригады плотников и краснодеревщиков построили храм из кедра и лиственницы в алтайском селе Кызыл-Озек. На сваях из этих деревьев стоит Венеция. С годами эти породы становятся в воде прочнее металла, и только они смогут выдержать запредельные антарктические ветра. После постройки на Алтае храм был разобран, перевезен на машинах в Калининград и морем доставлен в Антарктику. 2 месяца, как в старину, без всяких механизмов, вручную собирали храм строители и полярники. В конкурсе проектов победили работы архитекторов из Барнаула. Их проект понравился патриарху. По его же решению, антарктический храм должен был быть построен в честь Святой Троицы и стать подворьем одного из самых древних и главных монастырей России – Троицы Сергиевой Лавры. Этот крест на горе Ирина над российской антарктической станцией Беллинсгаузен был поставлен в январе 2002 года. Крест привез в Антарктиду игумен отец Георгий. Почти 40 лет назад этот человек уже бывал на 6-м континенте. До того, как резко изменить свою жизнь, он много лет был капитаном дальнего плавания. Тогда, в 2002 году, это была уже 3-я попытка экспедиции долететь до Антарктиды. Предыдущие дни, промотавшись по 7 часов в воздухе, из-за погоды приходилось возвращаться в чилийский городок Пунта-Аренас на берег Магелланова пролива. В Чили пришлось сильно поволноваться. Известная авиакомпания задержала в перелете через полмира часть багажа, в том числе сам крест, который везли для установки на месте будущего храма, церковное облачение и книги, по которым ведут службу. Полярники на станции начали уже делать резервный крест из бревен, оставшихся от самых первых деревянных построек Антарктиды. Священники ночью по факсу в чилийском отеле получали полные тексты молитв, ведь все наизусть знать невозможно. Багаж успели привезти лишь в последний момент, перед 3-м вылетом в Антарктиду. января 2002 года. Погибшие наши полярники впервые были помянуты по всем правилам. Впервые в Антарктиде была отслужена божественная литургия. Антарктида была открыта и многие годы осваивалась нашими полярниками-исследователями. Русские первопроходцы все вновь открытые и завоеванные земли отмечали крестами и храмами. Не случилось этого только с Антарктидой, открытой русской высокоширотной экспедицией. Наши станции появились на 6-м континенте лишь в советские времена, и тогда храмов, конечно, никто не ставил, хотя храмы-часовни нескольких конфессий в Антарктиде есть. Большая загадка Земли – Антарктида. Таинственный континент неприветливо встретил нашу первую комплексную экспедицию. Была создана береговая база. Ее назвали «Мирной». Позади 10 тысяч миль и миллионы лет истории. В Антарктиде ледниковая эпоха. Вот такая погода 9 месяцев в году.
Ученых интересует, как же работает крупнейший холодильник Земли. Первый санно-тракторный поезд отправился вглубь континента. Труден каждый шаг, а впереди 400 километров и большая высота. Не хватало кислорода и людям, и машинам. Но вот основана станция Пионерская. Четверо остаются. Они будут работать, коротать тревожный досуг. За почти 50 лет освоения и исследований Антарктиды нашими учеными было сделано так много, что оставлять этот континент мы не имели права даже в самые трудные времена. Вот этот взлет метеорологической ракеты мы снимали на станции «Молодежная» в 1990 году. Теперь нет ни самой станции, ни подобных исследований. Метеоракеты запускались только с одной нашей и одной японской станции. В 80-х годах прогноз погоды, полученный только от одного такого запуска, принес сельскому хозяйству СССР прибыли на 1 миллион тех еще рублей. Ни для кого не секрет, что, например, советские дрейфующие станции в Ледовитом океане следили за американскими подводными лодками. А полярные станции здесь, в Антарктиде, на шестом континенте, поддерживали связь со спутниками и исследовали колебания Земли, чтобы выяснить, кто и где испытывает ядерное оружие. О военно-стратегическом значении Антарктиды сейчас стараются не говорить. Но это не значит, что никто ничего не делает. Антарктидой интересовался еще Адольф Гитлер и самые тайные службы нацистской Германии АННЭРБЕ. Есть неподтвержденные данные о том, что в течение 5 лет немцы проводили тщательно скрываемую работу по созданию в Антарктиде секретной станции под кодовым названием «База-211». Грузовыми подводными лодками туда было якобы отправлено огромное количество техники, материалов и вооружений. Ряд исследователей высказывает экстравагантное мнение о том, будто в 30-е годы гитлеровцам удалось установить контакт с пришельцами из космоса. В 90-х годах пришлось законсервировать Молодежную, а ее когда-то называли столицей советской Антарктиды. Временная мера, потому что это была наша столица в свое время, но и самое, это был самый энергоемкий объект. То есть до тех пор, пока в нашей стране топливо ничего не стоило, я просто напомню те замечательные времена, на которые мы как-то так никогда не обращали внимания, когда у нас литр бензина стоил 7 копеек, бензина, подчеркиваю, а стакан газированной воды 3 с сиропом, то есть 200 миллилитров воды. То есть даже газированная вода была дороже бензина. Вот в те времена и строились такие энергоемкие объекты. Каждый год у нас было 3-4 полевых базы, как минимум, полевых крупных базы. Были у нас временные станции, выносные так называемые станции. Потом свернули одни, свернули другие. Так и не удалось исполнить другие масштабные планы, построить главную российскую базу вместе с аэродромом на станции «Прогресс». Резко сократилось число зимовщиков и научных исследований на оставшихся в Антарктиде 5 российских станциях. Мы теперь будем осуществлять свою деятельность в режиме оптимальных, а не минимально допустимых параметров, как это было, начиная с 1997 года. То есть параметры расширены. Включены многие проекты уже по программе Международного полярного года. Шестой континент – последний неосвоенный запас полезных ископаемых на планете, и присутствие здесь – стратегическая задача для многих государств. За 50 антарктических экспедиций на шестом континенте погибли больше 70 наших полярников, поэтому храм на нашей станции – это еще одно обозначение присутствия России на шестом континенте
и восстановление исторической справедливости и памятник всем погибшим нашим полярникам. Вот так трагически начиналась одна из первых экспедиций. Камера рвалась из рук оператора, а он снимал, чтобы все узнали, как до последней минуты был верен долгу тракторист Иван Хмара. Могилы здесь копают неглубокие, грунт везде скальный. При отсутствии бактерий тела в этом вечном холодильнике сохраняются навсегда. В Антарктиде несколько мест наших захоронений. Самые большие на станциях Мирный, Молодежная, Новолазаревская, Беллинсгаузен. Несколько могил есть на станциях Ленинградская и Восток. Есть символические, с памятниками. Для освящения построенного храма в Антарктиду приехали 30 человек – священники, паломники, участники фонда «Храм в Антарктиде». Приехало как раз столько людей, сколько может поместиться в новом храме. 30 человек – обычно столько летом и живет людей на станции. Несколько суток добирались они на отдаленный континент через Европу и Латинскую Америку. К счастью, на этот раз до Беллинсгаузена удалось долететь сразу. Всего на пару часов облака над станцией разошлись, и чилийский самолет проскочил на грунтовую полосу с двух сторон, ограниченную пропастью. Ты с северной полюса на южный. Это твои коллеги, да? Это начальник станции, Алексей Ильич. Так, да, добро пожаловать. Да, вы ведь созрели для крещения. Да. Это же серьезно. Февраля 2004 года епископ Феогност, наместник Троицы Сергиевой Лавры, осветил первый в Антарктиде православный храм. Теперь у Лавры есть антарктическое подворье, в котором постоянно будут служить иеромонахи, храм Святой Троицы. Колокольный звон – уникальный звук для Антарктиды. Проект храма, который
выбрал патриарх из 5 представленных на конкурс, аскетичен и прост. Он выполнен в традициях русского деревянного зодчества. Именно такими храмами русские первопроходцы отмечали форпосты на самых дальних, открытых и завоеванных рубежах. Опыта строительства деревянных зданий в таком климате пока не существует, но архитекторы обещают храму долгую жизнь, гарантируют лет 100 или пока живы. Он построен полностью вручную. Техники не было абсолютно, только подвоз осуществлялся. И то уже нагрузка, выгрузка всех материалов шла вручную. Все вручную, поэтому это интересно тут. Никто не знал, допустим, уникальный случай, что нужно от дождя не кровлю сохранять, а стены. Потому что здесь горизонтальный дождь. Храм, как парус, держит натянутые внутри стальные цепи. Если у нас на нашем материке 25 метров в секунду, это катастрофа. Здесь 50 метров в секунду. Конечно, откорректируют. Конечно, здесь будет неожиданность. Безусловно, будет. Какую-то плашечку где-то сдует, наверное. Но... уверен, за храм будет стоять, а уж детали... Из-за ураганного ветра дождь здесь идет не сверху, а сбоку, поэтому стены пришлось защищать особо, в промежуток между бревнами залить сверхкрепкий герметик. В строительстве храма участвовали действительно настоящие люди. Один из них – Александр Кравцов. Это он, геолог и романтик, придумал магазины и рестораны под названием «Экспедиция», организовал гонки на джипах из Мурманска во Владивосток, а потом и вокруг света. Я уверен в том, что мир нематериален, и в том, что подобное притягивает подобное. Если ты делаешь добрые дела, то мир относится к тебе соответствующим образом. Если не добрые, то тоже соответствующим образом. Я случайно наткнулся на заметку Петра Ивановича Задирова о том, что у него есть такая идея. И решил, что это одна из хороших возможностей сделать доброе дело. Мы встретились. Проект получился долгим. От момента встречи до момента, когда храм был освящен, прошло 2,5 года. Не могу сказать, что для нас это было просто технически или даже просто духовно, но могу сказать, что до сих пор все сотрудники нашей компании вспоминают об этом как об одной из не то чтобы наиболее выдающихся, а наиболее важных лично для них, одном из наиболее важных лично для них проектов, в котором наша компания приняла участие. С интересом и удивлением наблюдали за строительством храма полярники с соседних иностранных антарктических станций. Особенно ближайшие соседи чилийцы, ведь у них на станции уже давно стоит часовня. Католическая часовня Капелла Санта Мария Риена де ла Пас построена, если можно так сказать, в традиционном для Антарктиды архитектурном стиле. Она просто сварена из нескольких металлических контейнеров. Часовня стоит здесь, в чилийском поселке, уже 10 лет, с 1994 года. Именно в поселке, потому что значительный кусок Антарктиды, больше 1 000 000 км2, чилийцы считают собственной территорией. И здесь, в этом поселке, живет даже несколько семей, которые никак не связаны с исследованиями Антарктиды. Здесь находится больница, гостиница, единственный во всей Антарктиде банк. А чилийские женщины даже прилетают сюда рожать детей, потому что Антарктида стерильна, здесь нет микробов и бактерий, и нельзя подхватить какой-нибудь стафилококк. У нас уже была своя католическая часовня, и присутствие русской церкви, которая как бы является конкуренцией для нашей церкви, они прекрасно могут сосуществовать на этом континенте. Все соседи, наоборот, они так говорят, да, вот здорово, такой красивый, там вот все, там, когда же освящение, когда можно прийти, будет послушать. Даже у некоторых наших полярников поначалу отношение к этому событию было скептическим, но постепенно люди оттаивали, понимая, что строят в сущности самое красивое на континенте здание. По себе скажу, теплый вот бревна погладишь, и он когда начал строиться уже, когда такой был, уже
пошел такой ровный, весь такой светлый. Уже по-другому все здесь чувствуется вообще. Дикири собираем. Три кири мы уже собрали. Одним человеком было сказано, построишь храм в Антарктиде там и покрестишься. Нужно было раньше, конечно, все сделать, но все это суета на материке. Вот приезжаешь на полгода, там все это быстро и как-то все не там, все как-то не так. А здесь уже, да, уже тут, в принципе, можно было, конечно, сразу покреститься, как батюшка приехал. Потому что, ну, раз поставим, так уж, как говорится, пусть будет так, как будет сказано. То есть чисто поэтому. Да, прежде век перворожден младенец и девы нетленные, Адаму руку простирая вися. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Поступок Олега и то, что он это сделал в построенном нами храме в Антарктиде, это ради этого уже стоило делать. Кристофер Муравьев-Апостол путешествовал когда-то на яхте вокруг Антарктиды и оказался на нашей станции из-за плохой погоды. Кристофер – потомок знаменитого декабриста в четвертом поколении. Родился он в Бразилии, а живет в Женеве и работает в швейцарском банке банкиром. Наша первая реставрация была церковь, храм в Украине, который строил один из наших предков. И они открыли эту церковь, но колокола не было. И церковь без колокола – это без жизни. Так мы нашли человека, который их делал, и это был наш, скажем, первый такой же более практичный проект в России. А как возникла идея сделать колокола здесь, на Антарктиде? Я был здесь 2 года назад. С братом мы арендовали типа яхта такая. И здесь, когда мы должны возвращаться уже в Чили, погода была очень плохая. Мы здесь были 2-3 дня. Я познакомился с Олегом, командиром русской базы. И он рассказал о проекте. Он сказал, вот смотри, здесь фотография, модель, которая... есть люди, которые хотят сделать здесь церковь, есть такой проект и так далее. Я сказал, если когда я возвращаю в Россию, если могу помогать, и моя контрибуция будет колокола. И так было. Возвращал в Россию, нашел Петр, который все это начинал, и мы вместе работали. Так мы очень рады, что сегодня получилось. Да, мы видим такой результат конкретный. Но получилось хорошо. Получилось очень хорошо. Мы не думали, что мы могли даже возвращаться в Россию. Вы знаете, миграция, мы думали, это опасно, нельзя и так далее. Так было очень приятно, что я нашел свои корни и такая культура, которую думал, уже нет, все там было, даже намного больше. Русские в Антарктиде живут по-своему. В отличие от чилийцев, наши зимуют без жен, но имеют возможность общаться с родными по телетайпу, телефону и интернету. Два последних средства связи, опять же, у чилийцев. Раньше сюда подбирали народ как в космос, самых мужественных и морально устойчивых. Но за долгие зимовки, особенно после каких-нибудь неприятных известий из дома, бывало случались срывы, иногда и самоубийства. Было это в советские времена, и о таких случаях в прессе, конечно, не сообщалось. А многие наши, как говорится, подсев на Антарктиду, часто просто бегут от мира и от семейных проблем в знакомый и затерянный мир самого дальнего континента. И вот тут храм и священник смогут, наверное, помочь, как никто другой. Отношение, то есть, к этой идее неоднозначное. От полного отрицания, что вот у нас научная станция, зачем тут вообще храм, тут религия и все прочее. То есть, это вообще никогда. И до полного принятия, что действительно там зимовка трудная. Ночь полярная долго длится, и то есть, что нужно человеку куда-то пойти, допустим. Не может он пойти к начальнику, к доктору, там надо куда-то пойти, в такое место, где он может просто спокойно отдохнуть. То есть совершенно полярные такие вот мнения. Первым настоятелем храма Святой Троицы стал иеромонах Троицы Сергиевой Лавры Калистрат. Православный священник впервые в истории шестого континента остался здесь на зимовку. Представители ни одной другой конфессии никогда в Антарктиде не зимовали. Когда Владыка Феодмор предложил мне идти сюда, и тем более, когда он предложился не лететь самолетом, а идти пароходом,
пересекать экватор, то у меня сразу две моих детских мечты сбываются. Экватор пересечь и в Антарктиде побывать. Об этом, по-моему, каждый мальчишка мечтал, но я никогда не предполагал, что вообще когда-то в жизни смогу ступить на арктический материк и увидеть пингвинов. Только вот мультфильмы или там документальные фильмы про Антарктиду смотрел, видел и даже никогда не надеялся. Поэтому я сразу согласился. Вы знаете, интересно было, летим туда, уже к Антарктиде, летит владыка Феогност Лаврский, он назначен патриархом главным. И вот летит, потом он рассказывает, и думаю, вот если сейчас отец Калистрат скажет, все, бать, ну забери владыка, но не могу, один, там полярники, они, как правило, как бы к вере, так сказать. И отец Калистрат рассказывает потом, а я, говорит, думаю, вот летит владыка, сейчас скажет, уезжай, то есть, ну, я забираю тебя, не дай бог, упаду в ноги, буду проситься. И вот такая картина, и тут на другу, а это владыка спрашивает, ну как, отец Калистрат, а тот, не заберете владыка? И тут же этот начальник станции говорит, только не забирайте Калистрата, только не забирайте Калистрата, все, мы за него просто ляжем. И такая сцена, этот довольный, тот радостный. И радостно все прошло. Оставшиеся на зимовку поддерживают станцию в рабочем состоянии и занимаются научными исследованиями, объекты которых – погода, животный мир, земля и снег Антарктиды. Каждый священнослужитель, который будет зимовать, он будет нести какую-то такую общественную нагрузку. То ли он где-то будет помогать механикам, то ли там на камбузе, то ли еще какую-то работу научную делать. Он может быть радистом, в конце концов, если у него есть какие-нибудь мирские специальности, так скажем. После отца Калистрата в Антарктиде зимовали два молодых монаха, тоже из Троицы Сергиевой Лавры. А потом первый настоятель получил от владыки Феогноста благословение вновь на год отправиться на станцию Беллинсгаузен. Из Москвы в Антарктиду отец Калистрат вылетал с радостью, как домой. Люди, кто вот имеют душу такую, что правильную настроенную, я бы сказал, православную, то им легко на зимовке. А кому-то еще может быть сложно. Причем очень интересно, вот православные качества в душе, это не обязательно то, что человек утренние и вечерние молитвы читает или там перед едой молится. Получается так, что человек может и в церковь-то ходить редко, ну как бы, ну крещеный там когда-то и все. А вот такие вещи, как никогда не сделать так, чтобы человеку в душе остался след или было больно, впитанные настолько глубоко, что иначе человек поступить не может. Как рассказывал один из бывалых полярников, этот материк по праву можно было бы назвать планетой, настолько разительно он отличается от любого другого региона Земли. Все земное, что попадает сюда, меняется. Здесь иначе ведут себя проверенные машины и оборудование. Здесь меняются люди, их отношения, взгляды на жизнь. Это другая планета. Здесь понятно, что испытывает космонавт, выходя в открытый космос. Это не просто ощущение одиночества или заброшенности. Это самый край. Дальше бежать просто некуда и незачем. Чтобы понять это, недостаточно здесь побывать. Нужно еще не быть чилийцем или австралийцем, которым до дома можно добраться за один перелет. Нужно родиться жителем северного полушария, быть русским, чтобы расстояние до дома составляло 15 тысяч километров. Открытые двери – это антарктический закон. Преступники и хищники здесь не водятся. Пингвины в домики не заходят. А люди знают, что на всех станциях все двери открыты. Это для того, чтобы согреться, а иногда и просто спасти свою жизнь. Двери русского храма тоже всегда и для всех открыты. И соседи, иностранцы туда заходят, интересуются. Идет один и другому и говорит на английском языке. Ты знаешь, пожалуй, это самое красивое сооружение в Антарктиде. И он прав, потому что там ничего капитального до сих пор не строилось. И про это место теперь будут говорить. А, Беллинсгаузен, да, там где храм. Запросто, да, так и скажут.
антарктического храма появилась теперь точная копия. На Валдае, на высоком берегу заповедного озера Ужин, недалеко от знаменитого Иверского монастыря. Храм построен из тех же самых материалов сибирского кедра и лиственницы и по тем же самым чертежам алтайских архитекторов. Всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предати. Господи. Можно это назвать прецедентом. Почему? Потому что это копия храма, который построен в Антарктиде. Это уже сам прецедент строительства храма, который по благословению святейшего патриарха Алексия был построен в Антарктиде. И строители также имели желание и намерение такое еще построить его где-нибудь здесь, в России. Но так получилось промыслом Божьим, что среди прочих мест вот как-то было отдано предпочтение Валдаю, и эта копия построена на валдайской земле. Патриарх Никон, когда впервые посетил Валдай, он тогда настолько был поражен красотами всей этой природы, что он сказал: «На небе рай, а на земле Валдай». Потом вот он уже стал строить Иверский монастырь здесь, на Валдае. Вот. Ну, можно, повторяя патриарха Никона, сказать, что то же самое. Рай, часть находится на Антарктиде, этого рая, а часть находится здесь. Антарктиду не так много людей может посетить. А вот на Валдае это будет сделать гораздо проще. Вот так появилась идея построить копию православного храма в Антарктиде на Валдае. Так Петр Задиров построил свой третий храм. А храм антарктический стал уже местом паломничества для полярников, туристов и высоких делегаций с большой земли. Но главное, там постоянно идет служба, люди принимают таинство крещения. А 29 января 2007 года произошла настоящая сенсация, которая облетела все мировые информационные агентства. В храме Святой Троицы состоялось первое в истории венчание на шестом континенте. Они венчались на краю света. Простая русская девушка Ангелина Жулдыбина и подданный Чили Эдуардо Алиага. Русский Эдуардо выучить еще не успел, поэтому отец Калистрат задавал ему на венчании вопросы по-английски. Эдуардо, do you really have decision to take this Angelina and marry her? Помяни, Господи Боже наш, раба Твоего Эдуарда и рабу Твою Ангелину, и благослови их. Собственно, Антарктида и познакомила будущих молодоженов. Отец Ангелины работал ведущим инженером на станции Беллинсгаузен и подружился со своим коллегой чилийской базы Эдуардо Алиага. Вскоре тот приехал погостить к русскому другу в Питер, где и влюбился в дочку хозяина Ангелину. Ради любимой Эдуардо принял православную веру и стал прихожанином православной церкви в Сантьяго. В чилийской столице они и поженились. А потом, когда по долгу службы Эдуардо вновь собрался в Антарктиду, Ангелина в лучших традициях самоотверженных русских женщин отправилась к нему на край света, где они решили венчаться. Есть версия, почти фантастическая, об этом писали исследователи разных направлений, что Антарктида – это бывшая Атлантида. На старинных картах очень точно воспроизведены очертания Антарктиды, но безо льда и с проливом посредине. Якобы за 10 тысяч лет до нашей эры, после удара о землю метеорита, полюса сместились. Атлантида превратилась в Антарктиду, и атланты расселились оттуда по всем концам света – принесли с собой свои уникальные знания.
Если в Антарктиде когда-нибудь начнутся раскопки, может быть, тогда из-подо льда возникнут величественные храмы древних атлантов. Но пока самое красивое сооружение на шестом континенте – это русский храм Святой Троицы на станции Беллинсгаузен. –